До среды МПУ представят план действий по поднятию Делфи, а саму операцию по эвакуации затонувшего танкера проведет подрядная организация. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куций. Он добавил, что вчера администрация морских портов проводила рядом с судном подготовительные работы. Щодо питання можливого розпилу частинами та демонтажу частинами цього судна, на сьогоднішній день таке питання було запропоновано до розгляду, але є експертне заключення, що все ж таки дуже висока вірогідність того, що судно зможуть підняти, придати йому плавучість та самостійно відбуксирувати його до місця подальшої дислокації. Тем временем в администрации президента Украины сообщили, что договор на бесплатный подъем танкера будет подписан сегодня. Министр инфраструктуры Владислав Крикли отметил, что уже нашли подходящий кран и пообещал, что работы ускорятся. Напомню, танкер «Делфи» лежит на Одесском побережье с ноября 2019 года. 7 августа капитана судна приговорили к одному году ограничения свободы.